Центр серебряного волонтерства откроется в нашей республике этим летом благодаря победе Чувашии во всероссийском грантовом конкурсе «Молодо душой». О планах работы центра и добровольческого движения в целом в регионе сегодня говорили на заседании Совета по развитию волонтерства при главе Чувашской республики. Серебряные волонтеры самоорганизовались в Чувашии еще в 2015-м. Самый успешный проект «Экспресс бабушки» получил президентскую поддержку. 2019 год станет знаковым для добровольцев 50+, открытием в республике наряду с другими 15 регионами Центра серебряного волонтерства. Он соберет людей, которые могут поделиться своим опытом, жизненным и профессиональным, с молодежью. Подготовительный этап проекта включает информационные встречи с трудовым коллективом, с сотрудниками от 55 лет и доведение информации о работе центра. Также помощь в регистрации серебряных добровольцев на единой информационной системе «Добровольцы России». В рамках деятельности нашего центра планируется разработка обучающей программы по подготовке волонтеров и проведение школы активов серебряных добровольцев. 7 волонтерских объединений сейчас официально зарегистрированы в Чувашии. По факту же в регионе действует 1500 таких организаций. Это более 18 тысяч неравнодушных. Столько зарегистрировано. Однако в жизни людей, которые творят добрые дела, намного больше. Просто не все желают оформляться как волонтер. Они помогают по велению сердца, вне зависимости от направлений и объединений. Есть предложение добавить еще и такое направление, как патрулирование вокруг школы. Вот у нас мы, просто из практики я говорю, мы коллеги поддерживают в этом отношении. Значит, у нас есть команда пожилых людей, которые прогоняют некоторых жителей, которые выгуливают собак на территории школы. Прогоняют тех, кто, может быть, там, с бутылкой пива зашел на территорию школы. То есть помогают нам в обеспечении порядка. От их созидательной работы улучшается социальное самочувствие всех, а органы власти, в их числе профильные министерства, должны содействовать созданию условий для добровольцев. Я обращаю ваше внимание, уважаемые волонтеры, уважаемые министры, мы по отраслевым принципу, по территориальному принципу, когда будем отрабатывать, мы должны вот эти группы некие создавать, управленческие команды, которые будут подсказывать и вовлекать. Опыт в организации волонтеров в республике накоплен. Центру молодежных инициатив доверили отбор волонтеров на чемпионат WorldSkills. В августе в Татарстан отправятся 2500 волонтеров. 25 лучших выбирали из 5 регионов. Отбирали мы волонтеров из 5 регионов. Это Чувашская республика, Мариэл, Нижегородская область, Пензенская область, Ульяновская область. Всего было получено более 1200 заявок. И при отборе мы давали приоритет тем волонтерам, которые все-таки отработали с нами в проекте. Лучшие региональные практики поддержки волонтерства станут участниками всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В их числе разнообразные проекты для мам с особенными детьми, для молодежи с ОВЗ, направленные на развитие корпоративного добровольчества, дети и сети и ресурсный центр поддержки добровольчества в Чувашии. Результатом проекта станет создание коммуникативной площадки «Доброволец. Благополучатель». Центр станет методическим центром по подготовке тренеров, деятельность которых будет направлена на обучение волонтеров в специфике взаимодействия с лицами с ограниченной возможностью здоровья и инвалидностью, замещающей семьи, детьми, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. За уже достигнутые успехи сегодня наградили активистов. Им вручили благодарность от руководителя дирекции по подготовке и проведению года добровольца. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.